Эти люди – ярые поклонники британской королевской семьи. Уже много дней они остаются в палаточном лагере у лондонской больницы, где в скором времени Кейт должна родить своего второго ребенка. Недавно они удостоились внимания королевской четы. Прямо из Кенсингтонского дворца им принесли выпечку и кофе. Некоторые были растроганы до слез. Они о нас думают, а нам тут очень холодно. Прошлой ночью было ужасно холодно. У меня просто нет слов. Я ими горжусь. Я тронут, очень тронут. Мы все думали, что будем есть на завтрак. И тут неожиданно приносят эти две коробки с выпечкой, тортами и круассанами, а также чашки кофе прямо из Кенсингтонского дворца от Кейт и Уильяма. Теперь королевские фанаты намерены разрезать коробки на равные части и разделить их между собой. Каждый из нас получит часть. Мы также хотим разрезать ленту и написать на кусочках свои имена. Мы будем хранить и беречь это всю свою жизнь. Это один из самых важных моментов в моей жизни. Я не могу в это поверить. Тем временем ажиотаж вокруг рождения наследника нарастает. Возле больницы собирается все больше журналистов. Увеличили здесь и присутствие полиции. Как предполагалось ранее, ребенок должен был появиться на свет в середине или конце апреля. То есть срок уже прошел. Многие говорят, что, возможно, врачи прибегнут к стимуляции родов. При этом журналистам не разрешается устанавливать свое оборудование в специальном месте, отведенном для СМИ. Сделать это они смогут только после того, как Кенсингтонский дворец объявит о прибытии Кейт в больницу.